Бассейн построим, дорогу проложим и транспорт тоже запустим. Губернатор Челябинской области провел прием граждан. С просьбами о помощи приехали жители со всего региона. Алексей Текслер рассмотрел вопрос каждого в индивидуальном порядке. Что именно беспокоит южноуральцев? Смотрите прямо сейчас. Юные хоккеисты Челябинска теперь будут переодеваться в тепле. На личном приеме у Алексея Текслера тренер Челябинской детской дворовой хоккейной лиги попросил организовать комфортные условия для спортсменов в микрорайоне Парковой 2. Просим вас помочь организовать помещение для переодевания детей по адресу Петра Сумина, 26, чтобы создать какие-то условия для детей, чтобы могли переодеваться в тепле. К вопросу подключился министр физической культуры и спорта Челябинской области. Он сообщил, что в рамках реализации региональной госпрограммы будет выделена субсидия, за счет чего приобретут и установят модульную раздевалку. А вот жители Аргаяшского района попросили решить вопрос общественного транспорта. Южноуральцам из деревни Байгазина попросту не на чем добраться до Челябинска. Мы уезжаем утром, ладно, с кем-нибудь. Есть заводчане, которые в 6 утра едут, подбирают обратно, уже ни на чем. Стоим на трассе, холод зимой, летом, весной. Стоим по 50 минут, по 40, пока кто-нибудь не подберет. Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщил, что вопрос уже в работе. Маршрут запустят с 1 апреля. На данный момент согласовывают график. Приемную губернатора посетили также жители Октябрьского района. Им необходим бассейн для оздоровительных целей. Для того, чтобы оздоравливать там люди с нарушением опорно-двигательным аппаратом, для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, для того, чтобы ввести уроки плавания среднего возраста. Строительство муниципального объекта начнется уже 15 апреля и продлится 2 года. Алексей Текслер выразил благодарность неравнодушным жителям, которые вносят личный вклад в развитие своего района. Ну, вы большой молодец. Да. Здорово, что вы да, не только спортом, но и такой общественной деятельностью занимаетесь, вовлекаете ребят и в занятия спортом, ну и в целом в патриотическую деятельность. Губернатор также подчеркнул, когда закончится стройка бассейна, тренерский штат должен быть уже набран. А также к моменту открытия должны решить все организационные вопросы. Диана Пуцунтян, 31 канал.